Здравствуйте, друзья. У нас постоянно спрашивают, какой процент учащихся находит работу, какая статистика трудоустройства. И я даже скажу, что вот редко день какой-то бывает, чтобы не пришел такой вопрос. Дело в том, что все лицензированные школы, во всяком случае в штате Калифорния, где мы находимся, они заполняют некоторую отчетность с задержкой во времени, чтобы было, ну, чтобы было достаточно времени эту самую статистику подсчитать, подбить, так сказать, итоги подвести. Поэтому делается вот так, вот написано, я в Гугле сейчас, да, я назвал Портнов Computer School, это название школы. Дальше называется Performance Fact Sheet. Вот этот самый Performance Fact Sheet, это как раз такой документ, который заполняется. Вот мы делаем поиск, мы видим, один за 2011 год. Надо сказать, что последний был за 2013. Так вот, где-нибудь к июлю мы должны будем сделать за 2014, через несколько месяцев. Пока что вот последний это за 2013. Вот смотрите, я сейчас пойду туда, и мы посмотрим. Вот они просто взяли, сосканировали и в виде PDF-файла сохранили вот это все. Соответственно, если мы немножко там пролистаем, что у нас он показывает. Сначала он показывает, вот было сколько людей, было сколько закончили, вот показывает completion rate, то есть сколько народу реально закончили вот в 2011 году и в 2010. Потом мы идем дальше, и он показывает процент placement. Вот, пожалуйста, значит, в 2010 81,9, а в 2011 78,7. Это процент людей, которые нашли работу, он там по определенным правилам высчитывается. А вот тут, например, в этой табличке показано, какое количество учащихся получало ту или иную зарплату. Вот от 20 тысяч до 40 тысяч, от 40 до 60, от 60 до 70, 70 до 80. Это вот как бы на выходе из школы. То есть не имеется в виду через 2 года. Вот прямо на выходе из школы. Там, вот такая статистика, она собирается. И мы там несколько недель, значит, там костьми ложимся, там по всем файлам собираем. Еще есть люди, которые про них концов нет. Вот неизвестно, что здесь написано Students Not Reporting. Да, вот люди, про которых просто неизвестно. Вот было 286 там человек, вот про 46 мы не знаем. 225 мы знаем, что они работают, да, вот здесь, а 46 мы просто не знаем. То есть, наверное, лучший результат, чем вот этот, но мы не знаем. Теперь мы движемся. Давайте поменяем 2011 год на 2012, вот здесь. Сейчас вот так раз напечатаем. 12. Ну-ка давайте посмотрим. Вот выходит за следующий год. За 12 год выходит, листаем вниз. Значит, количество завершивших обучение примерно такое же. Там идем вниз. Количество находящих работ, вот, пожалуйста, 82%, 78%. И вот там они по денежкам как-то распределяются. И если я сейчас вместо 12 попробую сказать 13, то выйдет облом. Нет такого документа. Вот последний, 2013, так не найти. И это не случайно. Дело в том, что вот это вот бюро, вот это BPPE, Bureau for Private Post-Secondary Education, вот эта организация, в которой мы там лицензируемся, они изменили способ работы. И делают они это таким образом. Они, ну-ка, давайте глянем. Да, вот эта страничка, вот видите, вот этот URL. Я могу его так скопировать и сделать большими буковками, если кому-то интересно. Значит, вот этот URL. Сейчас мы его большими сделаем. Давай большими. Ты смотри, какие-то ноутпады медленные что-то стали. Так, давайте, скажем, 24. Окей, вот, пожалуйста, вот он. Вот он, этот URL, он большой, крупный, красивый. Вот, и я тогда пойду дальше немножко. Значит, иду вниз, иду вниз, иду вниз. И вот на это, там много чего веселого на этой страничке, но вот тут интересные такие три ссылки. И эти три ссылки, вот одна ведет на годовые отчеты школ, оно в виде спредшита, в виде таблички такой. А вот есть, да, каталоги и performance fact sheets.
Они по всем школам штата Калифорния. Вот я, давайте, я его качнул уже. Вот если вы нажмете на него, там, значит, он качнется. А я его уже качнул. Вот он. И я сделал поиск на слово «Портнов». Вот. И меня привело вот на 512-ю строчку. Вот сюда. На 512-ю строчку. Вот «Портнов Computer School». Это номер школы. 430-61-31 там. В калифорнийском, значит, таком каталоге всего, ну, их там много, вы можете вниз там долистать, их довольно много. И вот они говорят, вот, значит, веб-сайт самой школы, а вот идет, вот если мы сюда возьмем, вот этот, так, cancel, значит, а вот это URL, да, значит, это документ лежит, Portnov Performance Fact Sheet, он лежит на сайте Portnov Computer School, ну, давайте я его, скажем, копи, вот сюда его оттащу. Значит, мы им, когда шлем отчет, мы его кладем к себе на сайт, а им посылаем ссылочку. Вот он, Portnov Performance Fact Sheet 2013 год. Вот он есть. И я его тоже качнул для вас, специально для этого сюжета. Вот он, вот, значит, мы можем даже на него посмотреть. Это был за 2013 год. То есть все, вся информация совершенно свободна. Присутствует, давайте мы его так, пошли листать. Так, ну-ка, идем вниз. Вот у нас хороший completion rate, мы потому что стали отбирать лучше. И что у нас дальше? Вот у нас 89% в 2013, 82% там в 2012, все неплохо. В общем-то, я хочу сказать, что неплохо. Вот, соответственно, опять какое-то количество людей, значит, там не сообщает. И так вот, значит, распределение там по зарплатам. Поэтому я не знаю, можно ли что-то более подробное из статистики где-то вот дать, из пальца высосать, или там, я не знаю, откуда еще может взяться, но я считаю, что это достаточно подробно. Вы не представляете, сколько труда вообще у нас занимает, чтобы это все сделать. Мы обзваниваем людей, про которых мы не знаем. Вот то, что 43 человека, допустим, в 2003 году not reporting, это значит, что их обзванивали, их не смогли обзвонить, дозвониться, или они отказались по тем или иным причинам и так далее. Вот прям отдельная графа в статистике, да, которые вот не, про них ничего не известно. Вот, вот с этими людьми, значит, вот у нас вот там такие показатели. Значит, ну вот, вот собственно, и все. Да, они, некоторые отказываются зарплату говорить, да, такое есть. Некоторые вообще пропадают, не, ты не знаешь, где они и что они. Вот, вот, наверное, все. Я думаю, что я ответил на вопрос о статистике, и если где-то кто-то там не знает, хочет узнать, или там у него спекуляции, а вот пусть скажут то, пусть скажут то. Ну, ну, Google же есть, в конце концов, ну что же, вот, вот есть Google. Вот есть вот это видео. Я понимаю, что на самом деле не все выходит в Гугле, потому что если я скажу там портновка, ну давайте скажем, там Performance Fact Sheet 2013, может быть, он не найдет вот этот спредшит. Я не уверен, честно. Я не могу сказать, я могу даже попробовать. Мне самому стало интересно. Давайте попробуем погуглить на это дело. А, вот тут он, да, Portnov Computer School. Performance Fact Sheet, давайте скажем, 2013. Ну-ка, что-нибудь найдется или нет? Ну вот не вижу я, да? Я не вижу этого на таких сайтах. Поэтому, поскольку вот так в лоб на Гугле за последний год мы не находим, а 2012 найдем, то я тогда вот, да, есть, пожалуйста, 2012. Вот когда он отдельным документом, он есть. Так что все, друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, что те, кто хотел на это все посмотреть, имеют такую возможность. Единственное, что я хочу предупредить, что статистика как бы на других людях, в общем-то, совершенно не обязательно к вам лично имеет какое-то принципиальное отношение. Да? То есть, допустим, может у многих получиться, а у вас лично нет. И наоборот. Поэтому мы с каждым разговариваем, даем тесты вступительные. И, в общем, достаточно много народу не могут сдать тест. Может быть, каждый третий тест вступительный сдать не может, хотя он несложный. И из тех, кто сдал, мы, в общем-то, достаточно много народу отговариваем, потому что мы понимаем, что у нас нет возможности такой
ну, как-то посодействовать активно. Вот. То есть мы объясняем им, что они могут потерять время и ничего не получится. Такое тоже бывает и тоже довольно массово. Все, ребят, спасибо за внимание и счастливо!